Опять в стриту катаемся. С нами тут сова. Это наш конфликт, этот, короче. Два дебила, это сила. Сеня сегодня решил не приходить. Потому что сегодня 1 сентября, да. Припер куст, где-то нашел. Короче, конфиг, давай проедем. Для парников. Будь здоров. Опять. Нифига ты снял. Покажи, как ты фирменно снимаешь. Зачем? Я уже не больше так видела. Вот эта фигня разбалтывается. Потому что... Вот это. Нет, потому что магниты ослабли. Я их ослабил. Подкинул ослабительный RJ. Юмористом у нас. Сейчас попробую одной рукой. Блин, я на камеру отвлекся, распрямила. Сейчас еще раз. Ради вас, дорогие подписчики. Мне вообще нравится вот это. Давай. Это вообще нечто. С этим кустом, блин. Я вообще сегодня скинул. Да, и мне это стыдно выкладывать, если честно, на YouTube. Как не выкладывать? Форик отдувает. Бедный Форест. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Что-то я переагрессировал сейчас в заезде как-то. Агрессор. Ну а что чувствуют мои соперники, когда я их долблю на сарево? Ты долбишь соперников на сарево? Ну, дверь куда-нибудь там. Который, да? А зачем ты его подсадил-то? Он что, бессмертный? Ну я тоже в лотерею выиграть хочу. Что-то не выигрываю. Это Форд, это Марк. У нас собралась фан-группа. Нету, ничего. Фан-группа, помашите на YouTube ручкой. Машем на YouTube ручкой. Это у нас Бабу Маша, Гриф. Саша, Алена, Таня. Надо валить. Того надо валить. Это бесконечно. Ребят, давайте мы вам за месяц попробовать один лучший подарок. Какой подарок? Ты чё? Я дарю тебе это. О, дай! Сава, ты черт вообще. Я тебя там чуть собрал. Ты что нашел? Побеги еще за ним, что ты? Побеги за ним еще. Да они все глаза друг другу вытянут. Ребята, бросьте палку, еще глаза повытыкаете друг другу. Кстати, мы вчера нашли с Сеней на Плазенке-то место прикольное. Можно стульчики брать, можно посидеть, короче, подрихтовать. Это надо чисто новый бук. Я вообще максимум еду. 5 дней, детей. Ой,
ему полный газ, я еду медленнее. Получаем. Вот такой вот у нас видос на 1 сентября получился забавный. Пацаны мелкие подбежали, что-то спасибо, что смотрите. Лето проводили, начинается у нас межсезонье потихоньку. Вы что, бегаете? Нет. Надеюсь, что видос еще успеем снять, пока у нас тепло, пока не выпал снег, пока не сильно холодно.